Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Хоккей Бразерс! Ребят, мы на главном катке России. Кум каток на Красной площади. И сегодня будет замечательная битва против команды АКМ 2008 года из Тулы. Это, так сказать, реванш, потому что... Реванш? Да. Я сказал реванш. Молодчик. В нашем телеграм-канале мы оставили пост от наших друзей из FunBet, которые подготовили для вас 2000 фрибетов по промокоду HB2000 при регистрации новых пользователей. А также они поддерживают такие клубы, как Омский Авангард, Салат и Лайф, Магнитогорский Металлург и всю Лигу Хэлл. Даже Александр Овечкин является амбассадором. Мы начинаем, поехали. Как вам погода? Вы играли на улице в этом году? Нет. Нет? А мы уже вот... Мы закалились. Где мы закалились немного. Ребят, первая точка, броски в СОП, поехали туда! Нет усов. Как нет усов? Нет усов. Что непонятно? Проходи, смотри. Вон куранты. Не, ну я как-то не особо волнуюсь. Видимо, слишком холодно, еще не осознал. Красные кирпичи помогают Рахат. Мы специально надели красные маски. Начинаем увидеть, ребята! Молодец, Сафи! Захарчонок! АКМ! Захарчонок! Хорошая штука! Иди ты, блин, продюсер! А ты перерисовался? Я чисто на этих, на бросочках! Ой-ой-ой! Шоколадка! Бой курантов поставь! Открываемся! Надо здесь сделать задел! Давай я. Кто просто не посмотрел тебе в камеру? Вы, главное, потише, Ленина. Выйдите. Моя девятка правая, блин. Я это натренировал, я это изучал и теперь пишу книгу о том, как бросать девятку. Залезился, говорю же. Книгу он уже, блядь, пишет. Будет ли 4 из 4 первый раз в истории канала? Знаешь, что мне нравится? Здесь домашняя арена для всех. Тут типа нет гостевая, не гостевая. Чисто дом наш родной. Матушка Россия. 4 из 4! Годится! И когда такое было? Скажи. Ну, Спасскую башню, видишь, звезда горит. Она нам помогает. Давай, да, пацаны. Да. Итого, после первой точки 4-1 в пользу Хоккей Бразерс. И мы переходим на 1-1 из угла. Поехали. Только клюшкой по голове друг друга не дайте. Блин, все такое огромное, просто я не понимаю. Я рассмотрю. Можно ли? Ой-ой-ой! Великий потоп! Я не увидел. Великий потоп! Я не увидел, пацаны, честно. Был булет? Сами решите, пожалуйста. Нет, там не было булета. Был булет? Да, ну что зови. Очень жесткий, давай заполнишь. Так как сейчас холодно, я хитро сделал. Наговорит, конек. Хороший бросочек из-под защитника отрабатывал, видимо. Конечки, чтобы стаканчики сразу все потрескались. Денис, что там, ты дропаешь? Постыди. Вот телеграмка закидывает какие-то фотографии. Ну-ка. Уй, кстати, хорошо будет. Довольно-таки неплохо. Конечно, техника не обычная, как это было. А, я сейчас сделал бы, да? Я, на самом деле, он начнет с круга, я хотел сразу его бросить. У меня была задумка. Да. Ой, хорошо было. Неплохо, отлично. Короче, на вытянутый. Шлагбаум ставишь, клетчик здесь напрягаешь, не пускаешь. Ребят, вот второй точки. Сейчас по-прежнему 4-1, мы переходим на 2-0 по 3 раза. Поехали. Дядя Вань, не замерз? Очень сдувает ветер, ты стоишь, а у тебя прям руки вот так ведут по дну. Хорошо. Крест, ну давай с креста. Он хочет с креста, он легенда. Ну. Мальчишки, не потеряйте ее. Рахадик! А я не знаю, почему нормально ждавал, блин.
Я ее задубела она у нее задубела. Аказия вышла у Рахазика с его сильной левой. Замерзла немножко. Там что у него сильная левая? Замерзла? Ну, братан на больничном был. Ну, это правда. Да сильная левая замерзла просто. Хотел посмотреть время и увидел вон там. Не, ну, глупо. Ваня! Давай, следующий. Я не делаю здесь. Иди ты. Ну. Скрест делаем. Делаем. Итак. Не, ну одну надо делать. То же самое. Это я не понимаю, блин. Там можно было сбивать? То же самое. Там можно было сбивать, да? Да, смертный. 100% там. Там что-то случилось, точно. Не знаю, пацаны. Это проклятая зона там, вот с той стороны. Надо было просто шайбу не принять, а дальше пойдет. Пацанов там левая замерзла с левой стороны, будут помогать. Нет, есть вероятность того, что все-таки да, на морозе они немножко дублее будут. Браво. Я говорю, там Владимир Владимирович сейчас за шторки выглянул, говорит, сейф. Ну ты самоход? Иван. Жизнь, Ванечка! Талантливый юноша, удачи им в хоккее. Счет 4-2, ребята подбираются к нам ближе. Броски с центра попасть верхом, но тут я не знаю, какое расстояние, оно мне кажется в полтора раза больше, чем мы обычно бросаем. Ребят, я с радостью хочу объявить о том, что мы делаем отбор Hockey Brothers. Если ты хочешь попасть в наш проект, отправляй заявку на почту, запиши 30-секундное видео, почему именно ты должен попасть в наш проект. Почту я оставляю в описании, все кидайте видос туда. Заявки принимаются до конца февраля. Всем удачи. Не то. А ты с разбега не хочешь, молодой человек? Давай. На самом деле щелочи, да еще хуже летит. Смотри, Перебор. Давай, ЭКМ. Такой еще звук, там эхо какое-то там. Добрось. Не знаю, постараюсь. Здесь нужно не верхом бросать, а не как? Ну, чтобы она левым ворота вот так вот. Но не попал. Опять клюшки не та, полян не та. Давай, согласовывай. Готовился. Полдня готовился. Я? Сейчас тишины прошу. Подожди, мне надо чуть-чуть подальше. Чуть-чуть. Ой, живая, бля. Девятку. Обосрался, блин. Артём, ёбан, блин. О, телевизор. Телевизор! Так. А что это? Нет. Ой. Немножко надо притормозить. Опа. Нет. Ну вот с первым. А тебе нельзя перебивать. Классическая. И the last one. А что по счёту? 4-3. Нет. То же самое. 3-3, да? Вот и у меня то же самое. Мягенько и точно. Ванечка! Да, молодец! Иван! Научился! Ай-яй-яй-яй! Руки дубовые отмерзли, не чувствую. Ребят, счет 5-3. Мы переходим на 3 в 1 по 3 раза. Это самая большая средняя зона, которую я видел. Если защитник задевает шайбу, то атака заканчивается. Сходу, говорят, атака. Ну, мальчишки! И... Это не считается, конечно. Нет, я не буду что за бросок. Я тебе дал просто. Ладки сходу был. Нет, сходу там непонятно, я не контролирую расстояние. Иди обратно на больничный, отправляйте, я спрошу. По-моему, ты забыл, как это делается. Ты там стоял уже еще год назад. Не, ну что, надо сравнивать. Заговорить решил? Да. Вовремя. Корней начал атаковать. Агрессивно. Имей экран. Ой, нормально, сойдет. Ничего. Иди делай, я встаю. Сравнял? Ничего будет.
Так круто, смотри, что делают. Продюсер тут зарешал, ребят. Вот и сделал, блин, на телеке. Так вот, я просто кому-то такую херню отдал бы. А мы, я Корнею сказал, будем кружить бы. Получилось. Давай, пацаны. А я уже его бросаю. Смотри, попутался и сразу получается. Сравнял. Надо отрываться, вообще буритики, можем погореть. Можем погореть. Надо отрываться. Что, еще раз? Да, пожалуйста. Бросочек хороший был, здесь вообще ничего не скажешь, конечно. Не, хорошо бросил. Ой, вот это вот новая школа. Ну-ка, ну-ка. Можем, Корей, там пол этого было. Там пол ворот было, но из-за того, что руки задубели. Да я уже понял, что ты можно. Мы тогда через какие-то взять, но там пол ворот было. Ты мой хороший, ничего страшного. Ой. Тут на тоненького Ванька на самом деле там все закрывал, поэтому не надо. То есть надо забросить хотя бы ай, две. Ай, Паскова. Завини, Таену Варска, я боюсь. Да? Ребят, последняя точка булитик. Хоть брат сведет 6-4. Все решится на последней точке. Поехали. Поехали. Запрягать долго не будем. Смотри, брось. Что я хотел резкую дать, но, блин, холодно очень. Ну, ему, кстати, плюсик, он выкатился далеко, я потерял. Не, не буду вообще. Бывает, ничего страшного, так бывает. Слай. Так, у кого отмерзли пальцы, поднимите руки на ногах. Алло. Попал. Но не забил. Он не забил. Даже звук даже отлился другой. Так, надо просто что-то легенькое. Ну-ка. А ну-ка. Начитает. Красиво. Давай. Делаю ставку на бросок в 9. Да, да, да. Так и буду делать. Ну-ну-ну-ну-ну. А, перемудрил, ё-моё. Дима, брось. В очко. Я, кстати, хотел в очко сначала бросить. Там да, такая была. Помолчали, ёпта. Ноги, вот пальцы. Ну-ну-ну, да, кстати, на то. Что-то реально встал. Я это знал, вот я думал, негодяй смотрит по-любому, знает, что я делаю. Ты так делаешь? Да. Но я его торможу, но не допку убираю. Да, подвигаться можно чуть-чуть, так. Не рад? Попробуем. Качаем, хорошо, кстати. Ребят, со счетом 4-4 победила команда Хоккей Бразер. Обязательно, обязательно подпишитесь на наш канал, обязательно поддержите нас в комментариях. И большое спасибо ребятам из АКМ. Ребят, вам, как всегда, удачи в сезоне, главное, чтобы без травм. Спасибо. Ну, идем на еще на один реванш, видимо. Самое главное. Ребят, всем пока!